Okay. Вот есть еще у нас такое устройство, называется биоинтернет-маска. Маленькое масло для скользких, все вместе маска биоинтернет. По-русски мы ее назвали по-другому, повязка очевидна. По-русски все вместе очевидно, только окей в. Она позволяет увидеть мир по-другому. Не допустим, когда соведем ок лумя аутфелл. Открыть в нем что-то новое. Это дескидим чего он ел. То, чего вы не видели никогда раньше. Чичи нам везут на эти. Есть еще оздоравливающие эффекты от этой маски. Есть еще эффект, где он самотушили очистим мышцы. Расслабляет мышцы, глаз. Релаксация. Релаксация, да, мушки окилуи. Циркуляцию крови улучшает. Циркуляция синджелуи. Предотвращает возникновение глазных заболеваний. Привиние апариция полиморки. Ну, предотвращает возникновение там морщин, да, отеков. Ридули, сал, ну, опять же, уменьшает их проявление. Да, только скатия, чертили, да, скатия. Ну, основной сам фунгурфи, да. Вот скатия манифестарила. Особенно рекомендуем тем, кто работает много с компьютерами. Здесь тоже еще много всяких эффектов, связанных с открытием разного рода видения. Слышим мультиэффекте делегате де дескидера алтур типур де визиуни, де видели. Но об этом на семинаре. Дискаста на семинар. Аста есть медзин. Ну, тут. Видели интуитиво. Всякие там... Ага, не спорта. Разные вещи. Адика де вольта. Вот есть такая еще повязка, другая, Эврика называется. Маистинку мандоус, но вместе Еврика. Вот тут тоже структура есть такая. Вот. Да, шипу есть структура. Это для тех, кто учится. Для этого человека вдаться. Кто получает новые знания. Для примерской информации, кунуштинцевной. Для тех, кто конструирует новые знания. Для конструеск и кунуштинцевной. Для тех, кто делает разные открытия. Для фарк диверсии инденции, что дискутерит. Занимается творческой деятельностью. Для субкупы де активитати де креации. Создает условия для подключения различным базам знаний. Для оферы посибилитата са не конектем ла диверсии базе де кунуштинцев. Через биоинтернет. Пин биоинтернет. И различные биосетям. Ши диверсия рецепты. Вот это изделие, оно создает возможность воспринимать идеи других людей. А часто продукт не для посибилитата с интеллигентом, майбине, идеей автовуаны. Очень часто люди спорят о каких-то вещах, которые являются просто разными сторонами одного и того же. Фактически, для сегодня у меня дискуты, где диферити лукру, да, дефакции долу латуры, а честую лукру, да, один долу диферити унгру, да? Шпейкарин спуле паша, а тут спуле паша. Наш мозг, он, например, может формировать дополнительные измерения. Краевым мозгу пати сформизе дименсиунь о долготаре. Из каких-то других источников информационных, которые он может получать информацию. Динамте сурсы для информации, для унипати сапинаска часто информация. Ведь мы видим глазами плоские картинки. Мы по оке видим имаджинь платья. И из двух плоских картинок мозг формирует еще одно измерение. Виндоу платья его формяза держа богун. То же самое, один человек имеет одно представление о чем-то. А что, Лафел, Ому, Аре... Или одно впечатление. Аре о импрессии диспре, чего оно умеет. Другое впечатление имеет. Ому, Аре, алта импрессия. Но с помощью повязки Эврика можно это все соединить в один новый общий взгляд. Пажитору отчествую вам до Эврика, но и путем с уним, что соведем, увидели мои амбла. Ну, понять что-то, что раньше было недоступно пониманию. С анцеледжем чей, что на эти